видеокамеру. Я с собой беру видеокамеру. Ну вот будни яхтсменов. Перед походом надо разобраться во всех рундуках, выкинуть все лишнее, протухшее, навести порядок, чтобы ничего не болталось, понять, что есть. Есть ли вода, например, надо ли ее покупать, там картошка, вот, оказывается, есть. Если потом на YouTube вот. Буду. И куча всего-всего тут разного. В общем, мы проводим инспекцию, как это называется, аудит лодки, запасов и все такое. У нас нет нихуя. Начнем с этого. Да хуя нихуя всякой хуйни. Не, реально. Яхтер без хуйни, капитан Герман. Мачте будет раз, два. Что там огни не работают еще не восемь? Не, все там работает. Разборки в маленьком Токио. Работа электрика всегда найдется на корабле. Вот этот хвостик сейчас мы подтащим туда-сюда. Вот там уже разобрали половину лодки для того, чтобы протянуть новый ВЧ кабель. Вот здесь уже его ослабили. Тут тоже микро к уху. Что-то там к нам идет. Похоже, сегодня на мачту мы не полезем. Пока привезут паяльник. Об этом нам поют ванты соседних лодок. Мачты, ванты, снасти. В общем, все, что возможно, поет. Слышите, как приятная слуху музыка. И если бы нам выходить, мы бы сейчас пошли на всех парусах. Ну, готов к подъему на мачту. А ты можешь тут сальто разучить. Знаешь, как кайтеры привязывают. Шкот. И по бортику там прыгают. Там страховать вера помаленьку.